Добро пожаловать на Snoring Cat Play. Это третья попытка. Побежали. Просто погнали. Куда? Зачем? В глаз рыбы. Пусть вода превратится на арфы. Пусть вода превратится в ром. Так, Котя, не надо тебе шкурку от колбасы жрать. Это даже люди не жрут. О, бандиты. Давай устроим их им... разнос в жопу. Как тебе такой план? Чё, гладиться не будешь, да? Не будешь? Блять, вот почему по кошке нельзя вверх лезть? Потому что она в прошлой части была слишком удобная, а тебе не должно быть слишком удобно. Ты что, хочешь получать удовольствие от игры? Да, я хочу кайфовать. Слишком много хочешь, погнали. Я потратил 2,5 косаря на игру, и что, я теперь кайфовать не могу? Да. Ты чё, офигел что ли? А чё ты сразу умер? Я пришел сюда нормально подраться с нормальными мужиками. Это, видимо, своего рода предбанник у них. Здесь нужно разуваться, короче. Можно, не надо. Не надо разуваться? Okay. Ну, нам можно не разуваться, мы просто в чужую хату врываемся. Нам вообще плевать, не? Ну, как-то это неуважительно. Они убирались, что-то готовили. А мы пришли, всех убили. Так как в этом было. One Punch Man. Пришли они, короче, в логово злодея. Чувак такой. С одного выстрела сносит все здание. И там ему говорит: ну зачем же ты так? Они там готовились. Тренировались, да? Да. Хотели встретить нас, готовили там всякое, а ты. Эй, блядь! Ты чё на моего друга? У меня выносливость кончилась внезапно. Блин, почему пинок так много выносливости тратит? Да я в него бросил металлический убиватель. Ну здесь должно быть точно побольше каких-то новых штук. Да нихуя. Да не, вот что-то вот тут, ну, чуть-чуть больше. Блин, вот эти вот все штуки, которые, знаешь, перед глазами крутятся, вертятся. Они все такие... Вертится шар. Голубой, крутится, вертится над головой. И... Они все такие отвратительные, блядь. Мы как-то в одном из эпизодов мы с тобой тусовались, у нас перед глазами светлячки или типа того что-то кружилось. О, такие шокальные текстурки были, ужас. А мы еще тот момент с тобой катсцену слушали, и я не мог ничего говорить. Ну, если детализированных светлячков делать, то ни одна видеокарта этого не выдержит. Для всего города, представляешь? Может, запущу и другие. О, записка. А, можешь просто где? Не дать миротворцам их все заграбать. У меня. Ой, а чё их так много там? Да, потому что они вдруг из ниоткуда, блядь, появились. Записку взял? Взял. Четко. Я хотел ее прочитать, но тут оказалось ребятишек многовато как-то.
Так, что там, он умер? Я кирпич просто несу. Сейчас, погоди. Ну, ради тебя и кирпича, и всё. И всё. Ох, блядь! Блядь, пока размахнёшься, он тебе уже въебало даст. Ну. Всем постам тревога. Найдите пилигрима. Уточнение к заданию. Обыщите каждое здание в городе, каждую крышу, запомните у пилигрима ключ ВГ. Того, кто его найдет, ждет повышение и жилье с участком земли в придачу. Пилигрим крайне опасен, обычно действует один или с этой дьяволицей Луан. Его проще всего убить издалека. Для Ви это вопрос крайней важности, определяющий судьбу всего плана. Ну странно, мы с Луан только-только начали движение создавать, а уже тут такое, да? Угу. Но они, наверное, не думали, что мы так скоро, быстро, живенько-быренько полезем с тобой зачищать базы. Потому что они, по идее, сильно выше уровня наших способностей должны были быть. Если бы мы не проходили побочные задания... Нет, если бы мы не безбожно фармили предыдущие эпизоды, особенно я. Блять. Тут еще какая-то комната, иди сюда. Надо сначала все залутать полностью. Эй! Делаем вид, что залутали. Ну, блядь, ну там целая комната, она еще так светилась всеми красками. Интересно, в Warframe ты тоже будешь все карты облутывать все время? Да. Скорее всего, именно так и буду делать. Так, а что тут? У них есть или у них? Да боже, как вы заколебали. Сейчас я голоса их потише сделаю. Постоянно они что-то пиздят на фоне, особенно про этого злоебучего мясника. Да насрать мне. Так, ну теперь настало время в рыбий глаз двигаться. Нормально. А, у меня же там надо прокачаться немного. Навыки. Выносливость, уровень 11. И выносливость уровень 12. 26 уровней? У меня выносливость 12 уровень, а их 26. То сколько можно тысяч миллиардов ингибиторов собрать? Вряд ли это. Скорее всего, ты типа... Ну, ты типа выбираешь либо то, либо то. Приносишь в жертву уровни, так скажем. Потому что всего получается 52 уровня на здоровье и на это, на выносливость. И мне не кажется, что тут столько ингибиторов есть. Блять, это 170 ингибиторов. Может, это на будущее? Они ж стопудово должны добавить какие-нибудь уровни легенды и так далее и тому подобное. Может быть, на будущее, да. Новые локации откроются, там вся хурма. Так, и через какое время я смогу... А, ты просто выкидываешь его? А вот чего? Я пистолет сделал. Бумстик, что ли? Да. Да, он одноразовый. Два раза выстрелил. Блин. Я думал, он более долгоиграющий.
Типа, что он перезарядится сам спустя какое-то время. Я помню первый раз, когда выдали этот глайдер, такие понты с ним были. Какие? Управленческие. Почему-то не получалось им управлять. Ну, сейчас вроде бы очень неплохо. О, рыбий глаз. Хотел сказать, как давно я здесь не был, если бы я недавно в твоей сессии не продавал здесь всякий мусор. Ну да, да, о, как давно я не был именно в свое, на своей сессии. О, да. Моя проблема этого парашюта, это его, блядь, открыть. Да, нужно просто разъебать клавишу открытия в ноль. Угу. И он все равно не откроется. Да. Бомжары какие-то сидят. Луан? Луан, слышишь? Луан. Надо осмотреться. Блин, прикинь, он... Я думал, что настройки звука уменьшат речь... А, да, диалога видеороликов, это ясно, понятно. Привет, я ищу Луан. Не знаешь, где она? Только была здесь. Шею не свернул? Славно. Хлеборезка у нее, конечно, огромная. Гаджи, о котором ты говорила? Данил, я много о тебе слышал. А я впервые о тебе слышу. Мы идем к Фрэнку? Наглый сукин сын. Интересно, как ты запоешь, если тебе язык отрезать. Отвали, мудила. О чем ты говоришь? Что друзья Луан мои друзья. Даниэр говорит, что для подачи электроэнергии нужно включить другие подстанции. А эта текстура волос не должна как-то не пробивать ухо насквозь, не? Не. Или это так и должно быть, да? Конечно. Электростанция работает, но вот кабели уже никакие. Атрофии маскуларнии струиты. Мышцам нужна тренировка. Пойдем. Комната Фрэнка вон там. Сначала разберемся, зачем Вальц вообще включил свет. Рад встрече, Гаджо. Будь осторожнее. Мы идем. Еще о Фрэнке. Видишь этих людей? В любом другом месте они вцепились бы друг другу в глотки. Но не здесь. Здесь они ведут себя собрано и спокойно. Из-за Фрэнка. Он был ночным бегуном, и его уважают. Кола есть, я купил колу. Включая меня. Если бы виски он, купил. Виски есть. А где бы ты была? В темной зоне, кусакой. Или в притоне, обдолбанный. Фрэнк поможет нам. Ты тоже можешь на него рассчитывать, поверь. То есть она так стрёмно выглядит, потому что на хмуром сидит? Короче, вот этому бомжаре можно отдать эту телевышку, и он бухать бросит. Соберись. У тебя гость. И кто это? Королева ебучей Англии? Она умерла, это не смешно. Это Эйден. У него есть ключ доступа в ВГМ. Это им Вальц включил электричество в городе. Рабочий ключ в ВГМ? Пиздец. Покажи ему. Где взял? У одного из людей Вальца.
Значит, ты человек Вальца? Полегче, Фрэнк. Он на нашей стороне. Мы думаем, что на нем есть данные об экспериментах в больнице. А, так ты еще надеешься узнать, почему Вальц испоганил тебе детство? Ладно, я скажу тебе. Готово? Потому что он сраный псих, ёбнутый на всю башку. Это твой святой Грааль и ковчег завета в одном флаконе. Довольно? Эйден, да? Теперь вам, Слоан, лучше съебать отсюда нахер. Я должен подумать о более важных делах. У нас бы все получилось, если бы этот мудак пришел к телецентру. Ты был прав, Рейвик. Сраный предатель. Без него мы были как дети, вышедшие с рогатками на танки. Мы не закончили, Фрэнк. В нем информация о том, кого я ищу. Надо как-то ее прочесть. Это сраный ключ, а не дневник. Им можно открывать двери, включать электричество. Но сам по себе он бесполезен. Его нужно куда-то вставить. Я бы сказал, куда тебе его вставить, но лучше свали. У меня от тебя башка трещит. Рейвик. Ах ты, ублюдок. Почему ты пошел на это задание? Все пошло не так. Столько людей. Столько замечательных людей. Луан говорит, только ты сможешь помочь. Луан чё только не несет. И знаешь что? В основном всякую хуйню. Она наркоманка, которую я подобрал на улице. Ясно? Не веришь мне, ее спроси. Она сама тебе все расскажет. Толку-то от попадания на этот этаж? Мы были в куче дерьма. Ничего не вышло. Может, эта башня никогда не была и не будет захвачена, понимаешь? Мы все, блядь, сыграем в ящик, и тогда будет круто. И ты тоже заткнешься. Я не для того проделал весь путь, чтобы ты вот так меня отшил, Фрэнк. Ты проделал весь путь, чтобы поговорить со мной? Ну, па-пам-пара-пам. Поздравляю, ты еще больше неудачник, чем я. А теперь съебись уже отсюда. Видишь, Рейвик, он способен раздражать меня почти так же, как ты. Заткнись! Тебе слова не давали! Блять, Рейвик! Перестань извиняться за этого предателя и отрицать итог! Фрэнк, стоп тебя! Вернись! Отъебись, малыш. И раз уж съебываешь, захвати с собой Лаан. Все, я закончил. Луан, мы здесь закончили. Пошли. С этим ключом Вальц врубил электричество впервые за 15 лет. И не думаю, что он это сделал по доброте душевной. И тебе похеру? Фрэнк, соберись! Ты был легендой, командиром, блядь, ночных бегунов. Ты вообще это помнишь? Тот Фрэнк умер, Лаан. Он погиб с другими у телецентра. Нахера Вальцу включать электричество? Не спрашивай, я не знаю. А если ты ищешь базу данных ВГМ, тебе нужен терминал, чтобы получить к ней доступ. Дело в том, что я не знаю, где его искать. А те, о которых я знал, наверняка не работают. Но хорошая новость заключается в том, что, наверное, скоро мы все умрем. Будем. А теперь съебитесь из моей квартиры. Чёртов алкаш. Ты слышал? Твою мать, что случилось? Посмотришь? Я тебя прикрою. Ренегаты в Централ Луп. Повторяю. Ренегаты в центре. Окружают рыбий глаз. Кто-нибудь слышит? Прием. Выходите, крыс! Вылезайте! Или мы скажем!
Игра такая, все, вы слишком долго сидели и скучали, вот вам что-нибудь веселенькое. Не, ну боевка, конечно, мерзотнейшая. Так, а откуда они там стреляли? Ты чё мне в спину копьё всаживаешь, а, пёс? Так, где-то еще, да, сейчас пиздюки появятся? Однозначно. Эйден, тут еще ренегаты внизу. Как неожиданно и неприятно. Почему ренегата всегда так дохера? Так, где она? А, вижу. Всё. Очень хороший вопрос. Почему всегда плохих больше, чем хороших? Эй, Эйден! Эйден, блядь, что это было? Да ладно. Подожди, да я ее выдерну последнюю. Ладно. Да где еще? Блять, почему мы должны ваши проблемы решать? Ну, чтобы скучно не было нам. Нам, по-моему, это, ему вообще просто сестру надо отыскать, а не мешать проблемам всех вот этих людей непонятно. Именно так. Что в округе не осталось ни одного ренегата. Да, командир. Ты в порядке? Джек Мэн. Ну что, Фрэнк, ты как? Я все видел. Как тебя зовут? Эйден. Если бы не ты, погибло бы куда больше. Давайте, парни, обыщите район. Сэр, у меня вопрос. Мы ищем базу данных ВГМ. Почти все их устройства не работают уже много лет. Зачем вам эта база данных? С вашим опытом в городе, вы должны все знать об объектах ВГМ. Нам с Эйденом нужно найти эти данные. Поможете? Учитывая то, что он тоже работал на ВГМ. Твой друг? Эйден? Вроде того. Никогда тебе не слышал, Эйден. Откуда ты? Я Пилигрим. Я пришел из-за стен. Значит, ты многое повидал. Наверное, бывало в старом Велидоре, да? Что вы хотите знать? В последнее время там все сложно. Мы потеряли командира, а базарцы пытались отрубить нам электричество. К счастью, это им не удалось. Мы удержали позиции. Но бои продолжаются. Мы теряем людей. У меня также нет связи с отрядом нового командира Айтера. Знаешь о них что-нибудь? Мы нашли Вальца, но он одолел нас и сбежал.
Что? Где? В туннелях у автозавода. Вальт разбил отряд Айтера. Я едва смог улизнуть. Я не должен был их бросать. Нужно выяснить, что происходит. Что касается оборудования ВГМ, поговори с лейтенантом Роу. Если что-то еще и работает, он об этом знает. Его взвод охраняет остров Калверт и район Нью-Даун-Парка. Но из-за нападения мясника мы вырубили рации. Так что придется отправиться к нему. Передайте ему вот это. Что это? Приказ для него и других отрядов. Пошли, парни, уходим. Давай наружу. Поговорим. Ребятишки отдыхают, да? После тяжелого рабочего дня. Да. Пропустили вечером по пиву и прилегли отдохнуть. На этом самом месте мы и закончим сегодняшний эпизод. Он получился не очень большим, но довольно насыщенным на события. И в начале будущей серии я думаю более подробно разберусь с агентами и их главами, потому что нужно понять, что это такое и что с этим делать. Я думаю, соберу какую-нибудь яркую, красивую, мощную, заряженную интрошку из действующих событий, а потом, когда разберусь в этом сам, смогу поделиться и с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки и старайтесь не пропускать эпизоды. И да, смотрите мои, потому что просмотров что-то прям совсем не очень. И подозреваю, что Daylight будет последней игрой, которую я запишу для канала. Потому что это не то, чего я хочу от просмотров. Увидимся, когда увидимся.